Старшеклассницы Барвихинской школы подписали исторический документ. Он провозглашает создание здесь первичного отделения российского движения детей и молодежи. Девочки уже участвуют в органе школьного самоуправления и теперь решили вступить в инициативную группу. Уверены, движение первых привнесет в их жизнь много нового. Мне понравилось, что это движение объединяет, что оно продвигает правильные нравственные ценности и что дети сближаются, сплочаются, что они помогают не только развить свой потенциал, подружиться, но и развить свою страну. Они чувствуют патриотизм и любовь к родине. Общероссийская детско-юношеская организация была образована в 2022 году. Она призвана обратить внимание не только на образование, но и на воспитание подрастающего поколения. Это будет очень положительно сказываться на дисциплине, надеюсь, на отношении детей к учителям, то есть к отношению к окружающему миру. И ребята будут всецело себя поддерживать, те направления, которые будут задаваться более старшими ребятами, которые разрабатывают все программы. Мы первооткрыватели мира и готовы изменить его к лучшему, говорят про себя юные участники нового движения. И пусть оно только набирает обороты, но уже является мощным вдохновителем. У движения первых есть свой гимн, эмблема, устав и четкие цели и задачи, главное из которых – воспитать в детях лучшие ценности. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».